Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством как Максима Таранькова, так и Этери Тутберидзе. «Я же говорил вам, если Этери Георгиевна решила работать с парами, она будет работать с парами. То, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством Этери Тутберидзе и Максима Таранькова – это прекрасно, лучше не придумаешь. Интересно будет последить за таким тренерским тандемом. Считаю, что это будет очень хорошая команда», – сказала Тарасова. А вот что сказала серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова. «Переход Тарасова и Морозова в группу к Тутберидзе – очень неожиданная новость. Могу сказать, что для ребят это решение будет, скорее всего, в лучшую сторону. У Этери Георгиевны очень сильная команда. Уверена, это поможет им справиться со всеми трудностями, и они смогут исправить имеющиеся проблемы с прыжками. Этот сезон только закончился. Есть еще очень много времени успеть качественно подготовиться к началу олимпийского сезона. Если Этери Георгиевна будет причастна к помощи этой паре и получится осуществить все задуманное, то ее фигуристы будут лучшими не только в одиночном, но и в парном катании. Это станет чем-то новым. Будет очень интересно понаблюдать за ними в сезоне и посмотреть, как будет происходить совместная работа», – сказала Леонова.